Он с самых первых дней полномасштабного вторжения России защищает Украину и делает это очень эффективно. В его честь сочиняют песни и называют детей. И тяжело найти украинца, который бы на него не скинулся. Можем себе позволить, у нас есть деньги. Турецкий беспилотник, ставший известным на весь мир, теперь будут производить в Украине. Владелец компании «Байкар» Макина уже приобрел земельный участок и сделал проект самого завода. Также он зарегистрировал соответствующую украинскую компанию. Несмотря на длительный процесс ратификации, компания уже начинает подготовительные работы, чтобы начать строительство завода. Расположение будущего завода пока держат в тайне, однако уже известно, что построен он будет в кратчайшие сроки. Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть 23-й год, может в конце. По словам посла Украины в Турции, это будет иметь не только огромное политическое, но и экономическое значение. К производству привлекут украинских производителей. Например, для нового беспилотника «Акинчи» используют украинский двигатель. И его будет поставлять компания «Мотор Сич». И список партнеров будет увеличиваться. А ведь совсем недавно, 19 июля, во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Иране, кремлевский диктатор тоже выразил желание сотрудничать в производстве байрактаров. В тот день глава Турции заставил Путина очень долго ждать. Обычно опаздывал на международные встречи всегда глава Кремля. И вот снова неудача. Исполнительный директор компании «Байкар» Марина Халук-Байрактар заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников «Байрактар» России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость. А про строительство завода и речи не может идти. А что по поводу России? Вы бы отдали беспилотники России? Мы ничего не передавали и не поставляли, и никогда бы не делали ничего подобного, потому что мы поддерживаем борьбу Украины за свою независимость и социальный суверенитет. «Байрактар ТБ-2» был разработан компанией «Байкар Марина» в 2014 году. После успешных испытаний беспилотник был принят на вооружение турецкой армии. И вскоре было принято решение о возможности его продажи некоторым дружественным странам, таким как Катар, Азербайджан, Ливия, Ирак, Туркмения, Киргизия, Пакистан, Марокко, а также Польша и Украина. Именно в Сирии, на Горном Карабахе, а теперь и в Украине, Турция воюет против российской армии с помощью своих беспилотников, которые были выпущены именно в год аннексии Крыма и вторжения России на восток Украины. В бою турецкие железные птички более чем эффективны. Доказательство тому – сотни видео с горящей техникой расистов. Мы знаем о этой существенной роли, которую сыграли у нас байрактары на первом этапе этой открытой агрессии, когда с байрактаров осуществлялось и наблюдение за противником, и поражение наиболее важных целей. Поэтому действительно байрактар стал ночным кошмаром для противника, и все песни, которые про него были сложены, имели реальную основу. Компания «Байкар Макина» принадлежит семье Байрактар. Один из ее членов, Сельчук Байрактар, является техническим директором компании, а также зятем президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. We'll be right back.